Очень важный совет, когда утепляете и присоединяете лоджию. Классная лоджия, большая, более 3 квадратов. Обратите внимание, что у нас на лоджии пол выше, здесь ниже, потому что там еще дополнительное утепление делается, чтобы снизу соседа не промерзало. И вот здесь у нас появился вот такой порожек. Да, сначала ступенька, потом коробка от двери. Сюда пришлось плинтус заводить. В общем, перешагивать это неудобно и некрасиво. Поэтому это у нас стояло все от застройщика стандартное. Просто отделали. Я рекомендую потратить немножко средств, демонтировать стеклопакет и опустить его ниже. Так, чтобы у вас коробка двери легла на пол кухни. Высота ее около 7 сантиметров. Этого как раз бы хватило, чтобы сравнять этот перепад. То есть эта плитка подошла бы сюда. Эта коробка бы стояла у нас на полу кухни. И ступенька была бы минимальная.